уничтожить это жилье, которое пьет нашу кровь и грызет наши печи. Давайте сделаем так, чтобы эти скоты боялись граждан нашей страны. Я верю, что мы можем все изменить. Если кто-то думает, что вот этими арестами нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так. Обращаюсь ко всем, обязательно участвуйте в митингах по всей стране 26 марта против коррупции. Мы обязательно победим. Я стою здесь как кандидат в президенты от всей страны, от всей России. Раз, два, три! По поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Путин нам не царь. Россия наша страна, и мы не позволим делать вид, как будто нас здесь вообще нет. The European Court of Human Rights in the case of Navalny versus Russia holds by 14 votes to 3 that there has been a violation of Article 18 of the Convention. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Юля, так получилось, извини. В 2000 году Путин стал президентом первый раз. В 2004 году Путин стал президентом второй раз. В 2012 году он стал президентом в третий раз уже на 6 лет. И в 2018 году он снова стал президентом в четвертый раз. А теперь он выходит на сцену. На него смотрят 150 миллионов человек. В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии. А именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона. Обнулил. Самолет экстренно сел в Омске. Навальный был госпитализирован с подозрением на токсическое отравление. Сейчас он находится в реанимации в Омске. Он в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Удачи, Алексей! Мы с вами! Это просто компиляция, это монтаж. Все, что нам нужно сделать, это перестать терпеть, перестать ждать. Не молчите, не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям.